Kalo na janati tav jananam, kalo na janati tav samapanam, drushto maya tav महाकारः योगेश्वर कालकाल योगेश्वर कालकाल Намаскарам. Намаскарам всем. Есть два основных измерения нашего существования — время и энергия. Давайте поговорим о времени. Потому что это то, что вызывает проблемы у многих из вас, особенно в период изоляции. Еще 2 недели. Мы уже говорили об этом многими разными способами. Человеку дано очень мало времени. Только у того, кто не исследует природу того, что значит быть человеком, слишком много времени. Но если вы исследуете измерение того, что значит быть человеком, тогда отведенного времени будет невероятно мало. Большинство людей понимают это только когда наступает момент смерти.
Когда Кавери была еще полноводной рекой, Шанкаран Пилай упал в ее воды и начал тонуть. Он звал на помощь, но течение было очень бурным. Никто не хотел рисковать своей жизнью. Все просто смотрели на него. Если бы ситуация была проще, они бы вытащили его. Но все выглядело слишком сложным. Его жена кричала. Он скрылся под водой, а когда снова оказался на поверхности, закричал. «Тому, кто меня спасет, я дам 10 миллионов». Тогда два молодых человека переглянулись, почему бы и нет, и прыгнули в воду. Они смогли вытащить его и сказали. «Хорошо, мы тебя спасли. Давай 10 миллионов». Он ответил, «5 миллионов». Они сказали, «Ты же сказал 10, но я утонул только наполовину. Я не утонул полностью, только наполовину. Я все еще всплывал. Если бы вы вытащили труп, то получили бы 10 миллионов. В любом случае, сколько бы десятков миллионов у вас не было, вы оставите их и уйдете ни с чем. Никогда нельзя пропускать похороны того, кого вы знали, ваших друзей, родственников. Вы всегда должны на них быть. В Индии это обязательно. Даже если пропустите свадьбу, это ничего. Но когда кто-то умирает, вы должны быть на его похоронах. Это очень хорошо. Вчера этот человек был в полном порядке. Внезапно поднесите ему золото, бриллианты, его любимую еду. Его жена плачет, дети плачут. Это йогин. Единственная проблема в том, что он мертв. Он должен был сделать это чуть раньше. Если бы он был таким невозмутимым чуть раньше, тогда он стал бы человеческой сущностью. Быть человеческой сущностью значит знать, как существовать, как быть. Ваше существование не определяется чем-то другим. Что-то еще материальное или нет не определяет ваше существование. Вы — сущность, значит, вы знаете, как существовать. Мы играем в те игры, которые играем. Каждый должен во что-то играть. Вы играете в то, что вам нравится. Я не буду выбирать, в какую игру вам играть. Но если ничто не выводит вас из равновесия, вы играете в хорошую игру, которая в каком-то смысле полезна для окружающей вас жизни, потому что в любом случае для вас это не имеет значения. Время не знает, когда вы родитесь. Время — это безжалостное колесо, которое просто вращается. Оно не знает, когда вы родитесь. Оно не знает, когда вы умрете. Я говорю это потому, что эти астрологи и все, кто теряет работу из-за меня, сейчас начинают меня атаковать. Потому что время не знает, когда вы родитесь и когда вы умрете. Люди думают, это записано во времени. Нет, время — это беспощадное колесо, которое продолжает вращаться. Все зависит от вашей кармической субстанции, от вашего интеллекта и от текущей кармы. Если вы едете на этом колесе, у вас прекрасный жизненный опыт. Если вы упадете, время не остановится, оно пройдется по вам. Оно такое же, как и любое другое колесо. Такое, к сожалению, происходило много раз.
Это я видел своими глазами в Майсуре. Если я назову место, где это произошло, многие смогут вспомнить такое происшествие. Чамундипурам. Автобусная остановка, которая сделана таким образом, что автобус сначала должен сдать назад, а затем проехать вперед. В те дни кондукторы носили за ухом карандаш, маленький кусочек карандаша, чтобы предотвратить расхищение и коррупцию в автобусах. Каждый раз, когда он выдавал билет, ему нужно было заполнять это количество в свой блокнот. В любой момент мог зайти проверяющий и посмотреть, что он записал, сколько денег получил и так далее. Так что за ухом у него всегда был карандаш. Он делал это ежедневно, не знаю, в течение скольких лет. Когда я посмотрел на него, на вид ему было около 40 лет. Он мог работать кондуктором минимум лет 15. Итак, автобус сдает назад. Обычно у кондуктора и водителя хорошее взаимопонимание. Они работают вместе. Водитель сдает назад. Кондуктор говорит: «Правее, правее», чтобы тот ни на кого не наехал. Вдруг его карандаш падает и укатывается туда. Поскольку тот привык, что этот карандаш у него постоянно, он наклоняется поднять этот карандаш, и автобус переезжает его. Проезжает ему прямо по плечу. Я был там через 3-5 минут после этого инцидента. Я видел этого человека, раздавленного автобусом, на котором он ездит каждый день. Это его работа. Каждый день он ездит в автобусе. Но если вы упадете, колесо не остановится. Вот в чем проблема. Водитель мог бы остановиться. Это отличает автобус от колеса. Но он не понял. Тот парень говорил «вправо, вправо». Он не сказал «стоп». Он просто хрустнул. Такова природа времени. Оно катится. Если вы едете на нем, это прекрасно. Если вы упали под него, оно вас раздавит и покатится дальше. Так что время само по себе ничего не знает. Это безжалостная сила. Но именно эта безжалостная сила является главной составляющей наших жизней. Как минимум 50%, это точно. Если вы возьмете свои энергии под контроль, тогда вы сможете изменить долю или роль времени. Вы можете уменьшить соотношение до 40, или до 30, или даже до 20%. Иначе время увеличит свою долю или роль. Если вы ничего не делаете, если не берете на себя ответственность, это может вырасти до 90%. Такие люди всегда смотрят на благоприятное время, неблагоприятное время, куда идут звезды. Это происходит потому, что вы позволили времени стать большой частью вашей жизни. Вы не взяли под контроль свои энергии. Настал момент, когда время в ваших руках. Будет лучше, если вы оседлаете его. Если вы научитесь на нем ездить, вы увидите, как, знаете, серферов. Для того, кто на гребне волны, ни одна волна не является достаточно большой и достаточно длинной. Эта чертова штука заканчивается слишком быстро. То же самое будет, когда вы оседлаете время. Вы увидите, что 100 лет, 200 лет пролетят слишком быстро. Но если вы раздавлены, тогда каждая секунда... Хотите поэкспериментировать? Мы раздавим вас чем-нибудь, просто чтобы увидеть, насколько долгой может стать каждая секунда. Когда вас мучают, секунда длится слишком долго. Тогда и всей жизни мало. «Садхгуру, у тебя-то все хорошо, поэтому ты так говоришь. Ты не знаешь моего мужа, мою жену, мою свекровь, моего босса». Я думаю, что сейчас они не с вами.
Возможно, кто-то и застрял с ними в карантине. Я хочу, чтобы вы поняли, дело не в них. Люди бывают разными. Я знаком с такими людьми. Я видел достаточно таких людей. Для меня это не ново. Люди, которые ведут себя гадко, делают всякие гадости, они не новы для меня. И они не щадили меня. После стольких лет, возможно, есть какая-то дистанция. Но в остальном я встречал на своем пути самых разных гадких людей. Просто я не позволял их гадости повлиять на меня. Вот и все. Я пытался повлиять на них моим блаженством. С кем-то получилось, с кем-то нет. Но я не позволил им повлиять на меня их злобой. Вот и все. Выбор только таков. И он есть и у вас тоже. Бывают приятные ситуации, бывают неприятные. Иногда случаются ужасные ситуации. Будете ли вы сами определять в какой-то степени природу ситуации, в которую попадаете, или же позволите ситуациям определять природу того, кем вы являетесь? Этот вопрос стоит перед каждой человеческой сущностью. Иначе мы уберем сущность и будем называть вас просто существом, потому что это подходящее название для вас. Если что-то иное решает, какой ты, очевидно, что ты существо. Ты не сущность. Так что 15 дней правительство очень щедро. Видите ли, сейчас по всему миру продляют изоляцию. Но, например, в Индии, поскольку мы сейчас в Индии, это дорого обходится с точки зрения экономики и политики. Это непопулярный поступок. Но это очень мудрый поступок. Будет ли 15 дней достаточно? Мы не знаем. Если каждый гражданин этой страны полностью изолируется на 15 дней, безусловно, этого будет достаточно. Но есть и радикально настроенные люди. Из-за них мы не знаем, будет ли этого достаточно или нет. Но в любом случае, будет ли этого достаточно или нет, но через какое-то время изоляция закончится. Может быть, поэтапно, но изоляция закончится. Не потому, что мы победим вирус, а просто потому, что мы еще не стали человеческими сущностями. Человеческие существа охвачены беспокойством. Они будут работать против собственного благополучия. Но поверьте мне, 15 дней — это очень много времени. Если вы знаете, как им воспользоваться, 15 дней — это феноменальное количество времени. Что я могу сделать за 2 недели? Многое. Вы можете смотреть на это как на 15 дней, можете смотреть на это как на 2 недели, или как полмесяца, половина лунного цикла. Что я могу сделать за половину цикла? Вы можете сделать многое. Вы можете сделать с собой очень многое. Может быть, за 15 дней вы не сможете многое сделать в мире, но вы можете проделать феноменальный объем работы над этим человеком, если он готов к этому. Мир никогда не готов. Я знаю это лучше, чем кто-либо, поверьте мне. Даже если вы предлагаете им лучшее, их готовность приходит по частям в течение многих лет. Они постепенно уступают. Но если вы делаете что-то вот с этим, с самими собой, это должно быть готово принимать участие. Если и это тоже не готово и уступает постепенно, тогда, конечно же, вам понадобится 15 жизней. Иначе 15 дней — это феноменальное количество времени для любого. Есть много возможностей в эти 15 дней.
Если вы хотите, мы можем дать вам три разных уровня садханы. Один очень интенсивный, если вы живете одни, у вас нет обязательств, вы можете пойти одним путем. Если у вас средний уровень обязательств, можете пойти другим. Если у вас много всего, можете пойти иным путем. Мы можем предоставить эти три разных уровня садханы завтра, если хотите. Но только если вы будете ее выполнять. Почему я говорю это? Очень важно, чтобы какой-то дурак, который не практикует или не относится серьезно, не получил такие субъективные инструменты. Они будут тыкать себя время от времени. Это плохо. Когда в этой стране дается инструмент, если людям нужно взять книгу, ручку или даже... Если вы увидите рабочих, которые приходят сюда, если им нужно взять кирку или лом, они подберут его так, потому что инструмент имеет большую возможность в жизни человека. Только благодаря инструментам мы те, кто мы есть. Мы занимаем доминирующее место на этой планете не потому, что мы такие сильные и замечательные. Нет. Мы умеем использовать инструменты, что делает нас невероятно сильными и способными. То, что вы называете технологией, — это просто усложненная версия инструментов. Если кто-то не использует инструменты должным образом и лишь иногда тычет себя ими, в этом нет ничего хорошего. Потому что очень многие небрежные работники, которые используют что-то настолько простое, как кирка, много раз вы не знаете, как прибить что-то к стене. Я неоднократно видел, как это происходит с людьми. Просишь их прибить что-нибудь — четвертый удар по пальцу. Потому что вы не научились пользоваться инструментом. Вы только берете за него время от времени. Нет ничего хорошего в том, чтобы давать субъективные инструменты, если только у человека нет определенной целеустремленности. Но если вы не нацелены делать это в течение 15 дней, вам не нужно читать ту часть сообщения, которую мы отправим. Проигнорируйте ее. Если вы готовы их использовать, мы выложим это. Что-то очень простое. Чрезвычайно простые вещи, которые могут дать потрясающие результаты для человеческой жизни. Просто маленькие вещи, как сидеть, как дышать, что делать. Это преобразует себя, потому что с точки зрения эволюции вы уже человек, но вы отказываетесь им быть, вот и все. Вы просто отказываетесь им быть. Старая привычка. Потребовались миллионы лет привычки, инстинкта, реакции, компульсии. Сейчас же внезапно вам не нужно быть такими, но вы все еще такими остаетесь. Это как птица, которая долгое время жила в клетке. Однажды дверца распахнется, но она не улетит. Крылья все еще целы, она способна летать. На планете еще есть атмосфера. Но она не улетит из-за привычки. Еду приносит прямо в клетку. Зачем где-то летать и искать ее? Так что по привычке вы должны понимать, что привычка означает, что вы стали компульсивным существом. Вот почему важно, чтобы вы все делали осознанно. Даже если что-то установлено на каждый день вашей жизни, все равно подходите и к этому, как к осознанному процессу. Не делайте это по привычке. Привычка означает, что вы просто действуете автоматически. Автоматизм может привнести некоторую эффективность в определенные процессы. Но для этого вы не нужны. Вы не нужны нам для автоматики. Машина лучше справляется с автоматизированием. Считается, что ваша ценность в том, что вы живы и знаете, как существовать, как быть. Эти 15 дней нужно использовать для этого. Мы бы хотели кое-что вам показать. Я тут кое-чем занимался.
Can you put on the video? С нами больше нет Байровы, самого красивого быка, которого только можно представить. Его с нами больше нет. Так что я решил, что в память о нем я нарисую картину. Я использую коровий навоз как основу. Как фон для картины. Просто навоз, смешанный с водой. Я планирую нарисовать эту картину, используя только органические материалы, такие как уголь, может быть, немного куркумы, известняк. Вот о чем я сейчас думаю. Но я еще не до конца представляю, что именно я собираюсь нарисовать. Но картина будет в память о Байрове, замечательном и нежном звере. Все его очень любили. Что ж, это навоз. Давненько я не возился с навозом. В последний раз это было, когда я жил на ферме. Для меня это было обычным делом — покрывать пол такой смесью. Но это было очень давно. Сейчас я довольно много времени в социальных сетях, встречаясь там с иным видом навоза. Но коровий навоз — это совсем другое. Это не дискриминация, просто такая терминология. Так же, как священная почва для кого-то становится грязью, так же и в культуре пастухов коровий навоз используют по-разному, чтобы дезинфицировать дома, как удобрение, как топливо. У него есть и медицинская польза, потому что в пастушьей культуре каждый аспект коровы был значимым. Не только молоко, масло, ги, то, что можно съесть. Использовался каждый аспект коровы, потому что корова и скот в целом были абсолютной частью этой культуры и ее богатством. Богатство не измерялось землями, потому что земли было достаточно. Но сколько у вас скота, настолько богатым вы считались. Так что приятно иметь дело со священным навозом, потому что мы даже делаем из него вибути, который наносится на тело. Неплохо для разнообразия использовать священный навоз, вместо того, чтобы каждый день ворошить навоз в соцсетях. Надеюсь, что картина в честь Байровы получится хорошей. Надеюсь, что она будет на уровне
этого прекрасного зверя. Я не использую слово «зверь» в негативном смысле. Возможно, лучше сказать «прекрасный бык». Замечательное существо. Это просто навоз, замоченный в воде, и отфильтрованный, чтобы убрать твердые частицы. Теперь потребуется немного времени. Итак, мне потребовалось несколько дней, чтобы это придумать. Это первый раз, когда я работаю таким образом. Что это за белое пятно? Что это было? Поскольку все это становилось слишком серьезным, мы решили добавить что-то веселое. Мне определенно чего-то не хватает. Спасибо. Вопрос от Ридимы. Намаскарам, Садхгуру. Спасибо, что вы были с нами в течение этих 40 дней. 43 дня. Я немного напуган тем, что теперь у нас не будет этих ежедневных даршанов. Как я могу получить к вам доступ? Вы говорили, что вы доступны вне измерений и пространства. Но я не знаю, что мне делать, чтобы почувствовать ваше присутствие. Присутствие и личность — это две разные вещи. Присутствие универсально. Оно не мое и не ваше. Феноменальное присутствие существует всегда. Оно как воздух. Цветок расцветает, потому что есть воздух.
Возможно, большинство из вас, те, кто не из Индии, не знают, что это за цветок. Это один из самых ароматных цветков. Итак, цветок распускается и испускает свой аромат в воздух. И в каком-то роде аромат становится присутствием цветка. Вы проходите мимо и чувствуете присутствие цветка. Он не может делать это сам по себе. Он использует для этого воздух. Итак, присутствие не принадлежит мне или вам. Вопрос только в том, можете ли вы стать открытыми для этого? Можете ли вы им воспользоваться? Даже грязь обладает своим присутствием. Цветок обладает присутствием. Поэтому мы просто позволяем нашим качествам воспользоваться этим фундаментальным присутствием. Те, кто стали словно бетонные блоки, не только физически, в целом. Они думают, что на этом все. Таким нужен вирус. Правда? Когда ваше физическое тело становится очень сильным, или, может быть, очень красивым, либо ваш ум становится очень крепким, он думает, что он очень умный и сообразительный, тогда он превращается в самостоятельную сущность. Такую. Он не ощущает присутствия, от которого питается наша жизнь. Оно думает, что все происходит само по себе. Внезапно появляется страх перед вирусом. И он начинает немного понимать, что это не такое уж железобетонное. Кто-то чихнет, и вы можете умереть. Да? Если вы хотите напугать кого-то, я знаю, этот кусок обязательно вырежут и скажут: «У Садхгуру коронавирус». Как только карантин закончится, если вы станете в очередь, везде очередь, длинные очереди, потому что нужно поддерживать расстояние в 2 метра. Повсюду. В банке, в продуктовом магазине. Куда бы вы ни пошли, повсюду длинная очередь. Если вам нужно быстро сделать свои дела, все, что нужно, — это закашляться. Люди позади вас останутся стоять, но те, кто впереди, разбегутся. И вы сможете пойти. Единственная проблема в том, что к тому времени, как вы дойдете до начала очереди, вас могут схватить и увезти. Сейчас люди воспринимают скорую как полицию. Потому что вас могут закрыть. 14 дней. Карантина или заключение, называйте как хотите. Но в течение 14 дней вы находитесь под чьим-то контролем, потому что не знаете, как справиться с самим собой. Так что присутствие есть всегда. Мы пытаемся создать определенное качество присутствия, чтобы вы могли распознать то, что вам знакомо. Вы можете периодически ощущать что-то, что вы не знаете. В определенные моменты жизни кто-то может почувствовать истинное присутствие мироздания. Оно настолько феноменально, его величина в 1 000 000 раз больше, чем то, чем являемся мы. Как человек не может это почувствовать — это чудо. Иногда кто-то может соприкоснуться с этим. Но это может пройти бессимптомно.
Из-за этого вы не замечаете воздух, которым дышите. Но вы чувствуете аромат цветка. Но вообще-то вы ощущаете воздух с небольшим оттенком чего-то. В этом смысле личностное присутствие означает именно это. Вы добавляете легкий оттенок. Вы сами также пользуетесь этим. Присутствие не ваше, оно принадлежит Вселенной. Оно повсюду. Вы также им пользуетесь. Остальные его не чувствуют, потому что оно повсюду. Если бы оно было в одном месте, и его не было бы в другом, тогда все могли бы его отыскать. А поскольку оно везде, люди его не ощущают. Поэтому вы придаете ему определенное качество. Оно доступно в течение всего дня. Но мы установили особое время. Не спрашивайте, почему. Есть целая история, когда-нибудь я вам ее расскажу. Это длинная история. Почему 6:20 утра и 6:20 вечера? Только некоторые люди используют это время утром, потому что они выполняют определенную садхану. Все остальные — в 6:20 вечера. Но если вы из тех, кто начинает в 4:20, пожалуйста, измените время на 2 часа вперед. Нет-нет. Только индийцы понимают, что такое 4:20. Это не просто время. Все, что нужно сделать, подождать 2 часа до 6:20. Мы установили это время, поскольку оно очень мощное. Вы заметите, что вечером аромат цветов становится чуть более выраженным на эти 1,5 часа. 40 минут — это очень сильное время, 20 минут — невероятно мощное. Вплоть до 40 минут — достаточно мощное. Думаю, в мобильном приложении есть инструкции, как использовать это время. Просто воспользуйтесь этим. Даршины не окончены. Вам приходилось 43 дня смотреть в свои мониторы. Теперь вы можете закрыть глаза и наслаждаться присутствием. Это будет гораздо лучше, поверьте мне. Вместо всех этих разговоров вы можете просто закрыть глаза и получать удовольствие от присутствия. Я буду с вами.